Друзья, это очередная трагедия в российском шоу-бизнесе. Правда это или нет, пока еще неизвестно, но эта новость очень быстро распространяется по просторам российского интернета. Вскоре об этом расскажут по телевидению. Рано утром в одно из полицейских отделений города Москва обратились родственники нашего любимого российского актера театра и кино Олега Комарова. Они сообщили полиции о том, что к ним пришло сообщение, что их родственник Олег Комаров, актер России, находясь за границей на отдыхе, был похищен неизвестными людьми. Что произошло с актером на самом деле, пока неизвестно. Подробностей пока никаких нету, так как это другая страна, но сотрудники полиции пытаются провести проверку. Оставайтесь с нами на нашем YouTube-канале. Уже завтра рано утром, друзья, мы сообщим вам шокирующие подробности того, что же с ним произошло там, в другой стране. До скорой встречи на нашем канале.